Самоуправное благоустройство нанесло Мурманской ТЭЦ ущерб в 20 миллионов рублей. Прокуратура Первомайского округа Мурманска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшего председателя ТСЖ «Южная» Валерия Харуженко. Компания обслуживала всего 5 домов. Обвиняемый, получая от жителей домов денежные средства в счет оплаты тепловой энергии, расходовал их на иные нужды, касающиеся обслуживания и благоустройства территории. Доводы и доказательства, предъявленные государственным обвинителем, суд счел обоснованными и достаточными. Валерий Харуженко признан виновным, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Вину председатель ТСЖ не признал, пояснил, что денежные средства он растратил на свое усмотрение, потратил на свое усмотрение. Вместе с тем, согласно жилищного законодательства, все вопросы по управлению домом, в том числе такие вопросы, как благоустройство территории и расходы, не связанные с общими расходами, должны были быть согласованы на общем собрании. Он не сделал, распоряжался денежными средствами по собственному усмотрению.